Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – как активировать зарплатную карту от Альфа-банка. Активация зарплатной карты происходит по звонку на номер горячей линии 8 800 230 30. После того, как вы позвонили на данный номер, нужно в тональном режиме набрать цифру 4, и после этого вы соединитесь с оператором. Единственное, что трудности бывают с тем, что очень долго приходится ждать оператора, так как не всегда они могут ответить сразу же на ваш звонок. После соединения с оператором вам необходимо озвучить вашу проблему, то есть вам нужно сказать, что вы хотите активировать зарплатную банковскую карту. Для активации вашей карты сотрудник банка задаст вам несколько вопросов. Самое главное, вы должны помнить, что до момента активации зарплатной карты перечисленная на нее заработная плата будет там находиться, но она не будет доступна до момента, пока вы не активируете карту. Для активации карты сотруднику банка может понадобиться номер вашей банковской карты, кодовое слово, которое вы придумали, и вашу фамилию, имя, отчество для идентификации. Иногда бывает, что при получении зарплатной карты сотрудники банка забывают собрать у клиента заявление-анкету с его личными данными, а самое главное, с указанием кодового слова для активации карты и каких-либо других действий с данной банковской картой, то в таких случаях будет необходимо обратиться данному клиенту в отделение банка для того, чтобы данную банковскую карту перевыпустить. Перевыпуск производится на тот же счет, просто номер карты изменится. Соответственно, если вам была перечислена заработная плата, а карту активировать вы не смогли, то после перевыпуска банковской карты ваши деньги также и останутся на вашем счету. И, соответственно, делая перевыпуск уже в отделении банка, вы там же можете попросить сотрудника банка помочь вам активировать банковскую карту. Для этого необходимо сотруднику банка заявить о желании активировать сразу карту, предоставить сотруднику банка ваш паспорт, придумать 4-значный пин-код для пользования данной банковской карты и ввести его на планшете либо на устройстве, которое будет предоставлено сотрудникам. И после этого проверить баланс карты, и карта уже будет активна. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.